Дорогие рукодельницы, наступает год быка, предлагаем вам целый комплект вязальных сувениров. Купить что-то очень сложно, бегать по магазину можно долго, искать что-то необычное еще дольше, но это необычное уже рядом с вами. Игрушка, варежки, либо шарф. Универсальные вещи, которые подойдут абсолютно любому клиенту, скажем так, потому что ребенку игрушка, подростку, веселому молодому человеку варежки копытца. Опять же, ребенку либо подростку коровий шарфик. Мужчине, кстати, тоже можно подарить комплект копытца и шарфик для того, чтобы весело провести Новый год. Если вы собираетесь к соседям, к знакомым, большой компании, это идеальный подарок для увеселения. Я уверена, что этот шарф будет переходить из рук в руки вместе с рукавичками, и тот, кому вы подарите такую интересный сувенир, будет звездой вашей вечеринки. Рукавички мы вяжем на тот размер, который есть у вас, на ваш размер, потому что я такие вещи в универсальном размере не предлагаю. Будем вязать на свои размеры. Шарфик, урок построен так, что шарф мы тоже свяжем по вашим размерам, потому что ребенку либо мужчине шарф, конечно, нужен разной ширины, длины. И коровка тоже будет у нас либо поменьше, либо побольше в соответствии именно с шириной, с размером шарфика. Какой нужен, такой и свяжем. А бычок универсальный. Вы получаете по петельный расчет. Повторяете ровно мои выкройки, мои элементы, сшиваете и получаете вот такое изделие. Уверяю вас, если вы только начинаете вязать, если у вас полотно не слетает с петель, вы умеете делать убавки, прибавки, набор петель и закрытие, вы сможете связать эти изделия. Если вы вяжете руками, не на спицах, не машинкой, вы тоже сможете связать подобные изделия, потому что урок построен таким образом, что нам без разницы, на чем мы будем вязать. Мы должны получить элементы и собрать их вот в такие вот интересные, забавные новогодние сувениры.